Елена со своим ребенком гуляет здесь ежедневно. На Южном шоссе эта площадка едва ли не единственная. Местные жители остались и без нее. На детские горки упал фонарный столб. Я считаю, что на автозаводе вообще очень мало детских площадок. Исключение, наверное, это микрорайон-юг, где действительно все есть обустройство для детей. А вот в таких домах, где пятиэтажки, здесь с детьми вообще совершенно негде гулять. Я не знаю, что должно произойти, чтобы такой столб упал. Понятия не имею. Стояли просто горки, еще дополнительная лестница. Вот и все. Больше ничего не было. Этот столб сбил автомобиль. Лежит здесь уже месяц. Теперь, как говорит Елена Сычева, ЖЭК собирается полностью убрать площадку, а новую построить только за счет средств жителей. Мне обидно то, что уже месяц лежит этот столб, и детям негде гулять. Нет, дети гуляли. Дети гуляли по столбу. То есть этот столб снес прям городок. И вот дети прям там лазили, гуляли. Елена намерена идти до конца. Если ситуация так и не решится, она планирует обратиться с этой проблемой к Владимиру Панову, мэру Нижнего Новгорода. В свою очередь мы направили запрос в городскую администрацию и следим за развитием событий. Александра Шеломцева, Артем Таранков. Время новостей.